Кондакова. Сейчас будет кататься Александр Шубин из группы Кудрявцева и Дубинской. Александр Шубин занимает 10-е место после короткой программы. Результат у него был практически такой же, как у Артема Бородулина. Травму отодвигает. Сейчас прыгает не до крут. Способный человек, очень способный катальщик, но после тяжелой травмы 2 года уже не может восстановиться. Thank you.
Виктор Николаевич аплодирует Кудрявцев. Значит, на этом этапе, значит, он доволен его работой, его тренирует Наташа Дубинская. И, конечно, возглавляет эту всю работу руководитель Виктор Николаевич Кудрявцев. Александр Шубин в те годы, которые можно назвать лучшими, когда вот его еще не начали мучить травмы, был чемпионом мира среди юниоров и занимал 4-е место на чемпионате России, как Наталья Дубинская. Расстроилась очень. Не ожидала. Я его вспоминаю в 2003 году, вот как раз написано, personal best, лучший его, да? Это я вспоминаю его на Труфе Ла Лиг, где он вообще и четверной, и 3,5, ему просто удавалось все, знаете, он летал. После этого травма. Четверной, честно, не помню, но да, 3,5 были точно. Я видела у него четверную тренировку. Ну, я просто на самом Трофе Ла Лиг не помню. И он очень способен. Ну, травма, это травма коленного сустава. Потом все равно остается страх, с этой ноги прыгать не могу. Он уходил от Наташи, потом приходил обратно, потому что она, конечно, она его тренер. Ну, а вся школа, конечно, живет под руководством Виктора Николаевича Кудрявцева, который возглавляет всю эту работу. Сразу видно, что он сам подбирал себе музыку, потому что там такой идет современный замес. Да, он очень хорошо танцует на полу. И он танцевал на полу и на сцене. Вообще его карьера начиналась как бы очень перспективно. Понять, конечно, что это был Петр Ильич Чайковский. Очень, конечно, сложно. Не-не-не, это вы короткую смотрите. Это короткую. Да. Тут несколько произведений таких современных, которые, может быть, поколению чуть-чуть постарше, лет на 10, ничего и не скажут. Но стиль и аранжировка выдержана очень точно. 100% с вами согласна. Баллов набирает в общей сложности и, вы знаете, уступает Артуру Гачинскому балл. И таким образом опускается. Ну, Артур Гачинский, хоть он и маленький, но катался-то он выдающимся образом.